Строители готовность поликлиники оценивают примерно в 90%. Сейчас здесь ведутся в основном отделочные работы. Кроме того, в этом году институт Гомель-Проект внес определенные коррективы в документацию, разработанную еще в 2008. Необходимость доработок объясняется закупками более современного оборудования и новыми подходами в оказании медицинской помощи. Правда, каких-то значительных переделок удалось избежать. Гомельские проектировщики еще 11 лет назад сумели предусмотреть многие особенности развития современной медицины. В частности, речь идет о возможности создания на базе новой поликлиники так называемых центров коллективного пользования. Центр коллективного пользования амбулаторной реабилитации мы сможем здесь открыть. Сегодня много вопросов поступает по урологии, именно амбулаторной урологии. И это вопросы урологоандрологической помощи, это вопросы в том числе мужского бесплодия. И это те вопросы, которые мы с перспективой, понятно, что это не с первого дня открытия данного объекта, но с перспективой развития на базе данного учреждения возможно реализация этих проектов. Особое внимание созданию безбарьерной среды, причем соответствующие условия для людей с ограниченными физическими возможностями будут созданы как снаружи поликлиники, так и на всех 8 этажах. Это вообще будет действительно современное медицинское учреждение, и не только по своим конструктивным особенностям и оснащению новейшим оборудованием. Объект для города знаковый, а поэтому качество работ постоянно контролируется заказчиком, городским управлением капитального строительства. Выполняются работы по подготовке под окраску, ну и также ведутся монтаж слаботочной системы, которая позволит потом закрыть потолки. В целом на объекте работает ежедневно не менее 100 человек. Генподрядчик у нас по объекту ТРЕС 14. Значит, мы готовимся в этом месяце, пустим систему отопления. У нас уже поступает оборудование на поликлинику отдельное. Мы храним, сейчас храним где-то у себя на складах. Часть у нас оборудование принимает центральная поликлиника. И часть оборудования будет храниться здесь, поступать и будем размещать. В сентябре этого года финансовую помощь новой поликлинике оказал Гомельский облисполком. Во время празднования Дня города руководству Гомеля был передан сертификат на 2 миллиона 750 тысяч рублей. Эти средства направлены в первую очередь на приобретение современного медицинского оборудования. Кроме того, значительное внимание в эти дни – подбору кадров соответствующей квалификации. Комплектация штата будет, исходя в первую очередь из тех потоков, которые будут переориентированы из 3-4 филиала, и дальше высококвалифицированные специалисты, которые в том числе, я полагаю, из областных учреждений, республиканских и со всей страны. Алексей Тюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.